Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Артём и Артур. Всем привет! Мы продолжаем играть в Diablo 3. В предыдущей серии нам стучали в лицо, но мы от этого становились только злее. Так да, что... я представляю, какие там комментарии будут в предыдущей серии, не знаю, злорадственные, то есть... писать. Мы же вам говорили! Нет, говорили. Ну, как-то... Конечно, конечно говорили, но... Ладно. О, это что за хмырь пришел? А что там? Я еще не видал. Кудесник клана крови. Алло, кудесник! Заводи свою машину. Так, блин, они тут еще быстро, нифига она от тебя полетела. Ты смотрел, он убегает от меня. И сейчас он меня выведет на толпу. Ну да, блин, там у нас определенные проблемы. Давай лучше мы пока вместе держаться будем. Да, а то я боюсь приходится, один. Приходится, приходится. Поодиночке тут как бы уже довольно сложно. Так, вон они все пришли. Да, сейчас их нужно... заслоны тут еще ставят. Я не буду этого делать. Ох, ох, как хорошо. Так, ты там еще живой еще? Я, да, я отбегаю, если что, пытайся. Да ладно, что тут бежать-то, по идее? Короче, нам стучат, но мы крепчаем. Ничего страшного. Что замуровали демоны тут. Причем в прямом смысле слова. Да, у них есть такая способность. Как я ем стуком даже. Ааа, побежался. Годан! Нормально. Так вот, к чему я в предыдущей серии говорил. Да, увидел недавно про Crysis 3. Там такие технологии, что-то. Там лягушка, вот, ну просто вот ингейм. Каждая пупырышка на ней, видать. Там вертолет пролетает мимо дома. У него там тюль, что-то. Офигеть. Короче, выглядит все просто невероятно. Я, правда, не уверен насчет качества игры, собственно. Скорее да, всего, я будет. Я как бы хотел спросить, зачем? Зачем все это? Ну, не знаю, ну, некоторые он 3D Mark устанавливает. Чисто специально, ради... чтобы этот. Тебя убили? Да. Чисто ради того, чтобы графику посмотреть. Нет, ну понятно, допустим. То есть это там. То есть, когда-то там, ну, полчаса посмотрел, да, красиво там. Но, блин, в это ж надо играть, это продают эту игру. Я графику замечаю где-то первые минут 5. Потом все, да, уже ты... не особо не смотрю. Как говорится, встречают по одежке. Провожают по утру. Пошляк. На. Деминизеры. Вот там скелетончики такие у них не маленькие. Да, там у всех все не маленькое. Сколько на такую дуру пива надо? Так, ну около этого кратера уже третья серия, все и начинается, по-моему, боль в этом прохождении. Боль моя дырка задница, да. Ну я бы не стал этого говорить на людях. Оно само. Оно само. Ну должен был просто это сказать рано или поздно. Да тут, по-моему, все без слов. И так видно. Это как эти японские стихи называются? Хайку, что ли? Хоку или хайку? Кто как? Летели трупы. Я получал, видимо, к дождю. Да, это шедевр. Жди умение воинственный клич. Жди предложение от японских хакуистов. Пригласят тебя, скорее всего, в Японию. Скажут, давай, родной, дерзай. Хакуист. Так, копейщик. Ну, пока что, ладно. Вот именно, когда отвлекаемся, что-то получается. О, ты посмотри, сколько там идет. Мало. Прощай, Артём, это было весело. Хорошее было прохождение. Если что, я уже на другом конце карты нанищу. Я там пожег почти всех. Это было круто. Вот же скоты.
Этот демон-сотрясатель, он, блин, какой-то... Какой-то как демон-сотрясатель. Трясет что-то. Самый на демона похож. Честное слово. Что-то вещей синих стало редко выпадать. Типа, а, вы все равно не собираете. Но вам не надо. С Мари пришли. Вау. Он, главное, стоял такой... А, это Тираи. Стоял такой, пацаны, сколько ждать еще? Мимо него толпа проходит. Я не могу сидеть без дела, пока ты сражаешься с Азмоданом. Как давно я не чувствовал вкуса битвы. А он типа помогал нам? Вы разрушили мои основные орудия. Но это ничего не изменит. С каждым часом все больше демонов вырывается из адского жерла. Из адского жерла. Скоро от вашей крепости не останется камня на камне. Это не наша крепость. Громкие пофиг. Слова, Азмодан. Но слова — единственное оружие, которое у тебя осталось. Вперед! Мы загоним армию Азмодана обратно в кратер. Восстановить меч справедливости было совсем просто. Сам поддакиваешь. Не терпится увидеть его в деле. Скорее, в бой. Награда узоров мне какую-то дали. Что это за награда такое? Не знаю. Найти на краю бездны демонические врата. Чувствую, да. Скоро мы придем в ад. Нет, вот я заметил. О, сейчас у нас очередная мах и бич, походу, будет. Я просто заметил, вот тут в основном сюжет сводится к тому, что, типа, у меня есть мегапушка. Хок, мегапушка, он такой, да я и без мегапушки вам настучу. Потом его встречаешь, я вам настучу. Потом, мои друзья вам настучат, там, пам-пам-пам. Весь сюжет. Это было краткое содержание этой серии. Да. Поперли, касатики. Да, ну ничего. А в этом вся Диабло, кстати. То есть всегда. Не, как бы без претензий. Просто факт просто такой. Ты смотри, Тирель там что творит. Он на джедая похож прям. Может, он и есть? Не, этого мало отнимает. Джедай бы просто рубал там от плеча до паха. Да. Так что не зачет тебе, Тирель. Не будь тебе джедаем. Угу. Ох, как его порвало. Хорошо. Зяку-то. Ой, мочим этого хмыря малого. Смотрел Диктатор, кстати. А вышел уже? Ну, в качестве вроде вышел на торрентах. Я хотел скачать. О, надо посмотреть. Потому ну, что... он, конечно, будет отличаться от Барата. В том плане, что... А, ушел. Более художественным фильмом станет, я так понимаю. Все-таки типа Али-Джи. Но, я думаю, будет прикольно. Да, такой высокодуховный, высокоинтеллектуальный. Да. Так, стена. Мы опять встали такие, и секунды три молчи. Баррикады еще тут. Кому они их понаставили, я не понимаю. Азмодан. Жирную жопу такие баррикады не остановят. Ой, что-то чем дальше, тем мрачнее. Группы как бы демонов мост уже под нами не упал. О, меня бьют, оказывается, я тут как-то цветасто все так все-таки. Да, я не заметил. Яркая игра. Угу. Не заметил я, как пролетает это счастье все. Ну, конечно, внизу, вон там они могли бы все-таки какой-то хотя бы там бэкграунд сделать, там что внизу там пол, там что-нибудь. Потому что вот этот вот мост, он тупо висит в космосе. Как-то, не знаю. Прекрасные люди. Да потом! Полгода до выхода игры! Да потом! Короче, дна нет под этим мостом. Так, ну что, поговорим? Как ты оказался за переход остальных? Все мои товарищи погибли. Фашист, наверное. Я собираюсь отомстить этим тварям за то, что они сделали.
Ты со мной? Мстить, давай. Вот и они! В атаку! А, они ждали, типа, пока мы мстить начнем? Поговорим. Так, вот они идут, сейчас они начнут мстить. Нам пора. Знание, чтобы нам мстили. Мсти нам, мсти. И мстя будет наша. Смотри, а много прет. О, изрыгатель. Теперь они нападают со всех сторон. Изрыгатель у тебя пришел? Да. Круто. И он буквально изрыгает. Сейчас у меня инферно будет. Я вам покажу. О, хорошо. Я не знаю, что происходит. У меня же даже FPS от количества начинает проседать. Офигеть. Людям, страдающим эпилептическими припадками, советую отойти от монитора. Какой-то такой наркоманский приход. Ну, вроде как отомстили. Причем без особых проблем. Они нас смотрели? Блин. Похоже, демоны не привыкли, когда на них нападают. Мои раны быстро затянутся, но до тех пор... Бой для меня закончен. Оставь меня здесь, друг. Спустись в эту чертову яму и перебей там всех демонов до единого. Хорошо. Явно враждебно настроен. Папаня. Я скоро встану на ноги. Отлично. Сияние славы завершено. Потрясающе. Ну ладно. Нам ты вообще места. Уже что-то поналовил этих достижений разнообразных. Меня это раздражает. Зависть душит просто. Кому нельзя обучить. Дается с рождения. Блин, я полчаса кликаю, это оказывается по тебе я кликал. Что это такое? Какой сильный моб. Не, какой-то в горячих головах. Какой симпатичный парень. Что-то тоже только вспомнил, как ты это сказал. Давай. Вот эта штука все-таки хорошая. Карусель. Блин, мелочи сколько противная. Мелочь, а неприятно, да? Да на! Так, а их тут возрождают, вот почему их столько много. Большая шамана. Нет, надо мочить возрождателя. Ну, они и есть шаманы. Ну, маги шаманы, то есть. Нет, вот этого. Изрыгателя демонов. А, нет, я имею в виду не тех, кто возрождает, а тех, кто воскрешает, короче. Ну ты понял. Да потом. Так. Наше шоу. Тирель там бегает, строит из себя. Не знаю кого. Не знаю, а что. Такое ощущение, что он нам помогает. Он так думает. Ха. Он такой. Я вам помогу. И бежит. Давай, если хочешь нам действительно помочь, сгоняй-ка за пивасиком в магазин. Он просто бежит, его кровью забрызгивает, он там. Психологическая травма. Да-да-да. По-моему, напивается вечер. Я прошел через зад. Через зад, да. О, сколько у вас тут. Вот в игре как-то, я не знаю, сложность, она скачет. Да, сколько было сложно в предыдущей серии. Говорил уже об этом несколько серий назад. И нас ту же секунду обоих убили. Да, тебя тоже, да. Печалька. Только хотел сказать, насколько в прошлой серии было сложно, насколько легко в этой серии. Мне сразу бам! Чтоб Тирель со мной. Не забывался. А, это Тирель возле твоей иконки сверху. Я думаю, что это за бомж нарисован. А это Тирель. Сейчас кому-то будет месть. Мутный топаз. Ну да, что-то какой-то мутноватый. Ну, мост прикольный, он туда бы спрыгнуть так. Джеронимо... Ну видишь, с этой стороны прорисовали горы, хоть там все такое. Ну дно хотя бы могли нарисовать. Днище. Ну просто очень высоко, понимаешь. А, ну да. Не просто очень, а очень высоко. Ну вообще просто, да. Вообще. Так высоко еще ни в одной игре не было. Как не смотрел. Мы сделаем самый высокий мост. По-моему, там с игроманией какой-то чел, не помню, как его зовут.
на God of War 3, на принципе, делал. Да, это Олег Ставицкий. Единственный вот у них обзор за последнее время, который я смотрел, мне показали, это вообще ржака-то. Титан! Еще мой гигантский титан! Два титана! Один титан ползет по-другому. И потом они лезут на куда? На титана! Я там вообще устал. Рядовой Райан. Я просто разведчик. Меня с лейтенантом послали следить за битвой с этой башней. Но на нас напали. У меня осталась подзорная труба. Пожалуйста, отнеси ее лейтенанту. Так и спокойно. Еще он сможет продержаться там наверху. Такое мясо идет. Он мне пропустил позорную трубу. Во время диалоговых каких-то этих сделали. Да пато. Короче, как он там говорит? У него говорит, такой напряженный мышечный тонус. Ага. Он не может успокоиться, в принципе. Да, да, да. А как половой член, он ищет. Я обзор вообще просто там валялся. Раскатал, но по делу главное все. Не так, что просто троллит там. Именно такие же мысли были. Ну, конечно, не так красиво. Но вот именно тактики там в битве с боссами вообще нет. Прям как в Диабло. Ну, то есть... Да, да. Нет, не в том плане, что там в Диабло сейчас мне скажешь. Дофига тактики с боссами. Просто там как-то вот огромный босс, там хочется по нему прыгать, там летать, а приходится подбегать, и там пиу-пиу-пиу. Подожди, а что-то вопросительный. Что-то восклицательный знак. Лейтенант, что ему надо? Трубу какую-то принести? А я не особо слышал, в принципе. Просто там махач шел. Да. Ну, сейчас поднимемся. Да, узнаем. Я думаю, даже если бы махач не шел, не особо прислушивались бы. Ну да. Не знаю, там умирает человек. О, опять ты. Так, давай замочим, потом будем разговаривать с этими квестовыми. Да, ты сейчас. Ты можешь уйти, я же тут откинул. Бегу. Это он ушел. Говно ваш изрыгатель. Представляю, такой, ползет, сейчас я им. Ползет, такой, блин, тут эти двое. Что случилось? Опять эти. Он жив? Он умирает. Не рассчитывай на его. Просто это один и тот же изрыгатель, он же запарился. Я передам его семье. Упал такой, да ё. Там что-то про семью говорили, там трагизм. Ах. Ну, в общем, мы принесли подзорную трубу, и он теперь может с нее смотреть. Красава, погнали дальше. Ой. Что-то ему там, по-моему, уже и труба не поможет подзорная. Такой, о, труба. Какое все-таки у нас, блин, прочувствованное, внимательное к сюжету, к атмосфере. Как вот, помнишь, в самом начале, когда начинали, мы там по сюжету чисто, для фана, ну так по сюжету, да. Да потом. Да потом. Так, воин кланы крови. Говно. Ой, тут опять эти молохи прилетели. Ребята, не мы такие, игра такая. Когда там в той Диабле был сюжет, я не знаю. Тут главное рубить, кромсать, собирать шмот. Это мне напоминает этот Doom. Doom, вот то, там тоже. Сюжет. Сюжет эпичный. Сюжет, говорит, надо написать. Уже, говорит, завтра в печать отправляется игра. Да потом. Потом в итоге открывает в досе текстовый файл, там печатает какую-то про то, что войска Марса напали на Землю, там идет битва. Пивасик дует при этом. Да. Офигеть, это за день до выхода игры придумывать сюжет. Ну ничего. Счастье ж не в этом. О! Опять ты. Опять вы, да? Твою мать! Так... Его даже и не бил никто, по-моему, он сам уже устал бороться. Так, а куда мы пришли? А, вот проход, подожди. Тупик. Красивая локация, кстати. Ой, говоря. Подлезть. Я только сейчас заметил. Ну да. Проработано. Вот этих вот козлов я не люблю. Да, они какие-то
мощь. Напряженно. Давай. Сейчас вполне возможно даже что-нибудь будет. В смысле, навешают нам? Ну, тебе, если то. Отлично. Ты умеешь успокаивать. Вон там, возрождать. Ну, по-моему, кончился. Вот, вот. Вот этим нужно сделать инферно, но у меня его, к сожалению, нет. Но сделать нужно. Там еще полно, кстати, так что, может, все и плохо кончится. Ну, все к этому и идет. Отлично. Так. Тираэль, иди ко мне. Иди ко мне. Кудесник клана крови поднимает, между прочим, этих всех говнюков и привел меня в толпу синих паразитов. Меня, ну, сейчас... я тут такого уже бью. Тоже есть такое. Ну, сейчас я... А, сейчас выйду. Здесь тоже неприятные пацанчики. Блин, сейчас, пока у меня... Че? На дырчике каком-то. Как начали под окнами кататься. Это все. То есть он едет там со скоростью 0, километров в час. Но, блин, сколько от него шума именно. Там еще музыку, небось, включает. Музыку там ее не слышно было просто бы. Рев мотора заглушает ее. Так, ты погиб, отлично. Ну, я уже тут по пустошам бегу. По местам былой славы, так сказать. А ты далеко уже убежал, что ли? Ну как, не особо. Подожду, что ли. Да ладно, я сейчас телепортируюсь к тебе. А. То есть. То есть вот так, да? Так, хорошо. Я тут, понимаешь. Копыта уже истоптался. Вот, вот и все. А сейчас я пойду. По-моему, зайцем телепортируется, он не оплачивается. Денег-то оставил, денег. Да, а то ж заклюют. Так, подожди, это же место, где мы были. Фу, подожди, я не туда иду, и ты за мной. Ну, это ты тут местный. Да ну. Подожди, а тебя убивали, что ли? Ну да. Тебя убили, ты отреспавнился, а потом я к тебе отреспавнился, да? Я думал, ты дальше куда-то убежал от того места. Я думаю, а что карта вся открыта? Да ну, нет, только и дело. Что тут у меня понадавали? Всякого блатного. Вот они, твари. Так, ладно, не отвлекаемся от сюжета. Сюжет тут, да. Персонажи. Интриги. Проработано, да, очень все. Бей его, бей! Меня убили. Нет, не убили. Но, блин, сейчас убьют. Он это делает, как, да, мини-инферно. Она уже. Да, бьет. Я думаю, откуда столько. А ты только заметил, да? Да. Когда убили, я заметил. Я думал, это твое просто инферно. Нет, не мое. No. Так, ты давай, не умирай там, сейчас я к тебе приду. Давай. Why, why? Не что хотим! Совсем... Ах, лечилка. Вон они, вон они. Зачем я эту лечилку тут использовал, когда у меня жизни полные были? Теперь, когда нужно, я не могу ее использовать. А, это тактический ход. Это фича, ты не понимаешь? Да, 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 да. Все было правильно. Так. Ну-ка, что за молоток? То есть да. Перерыв на исследование инвентаря, да? Да, фигня. Да просто я нашел тут уникальную вещь. Она оказалась уникальным мусором. УГ. Так, тут мы были? Да, были. Ну да, тут мы и этот... Тут мы отхватили, собственно. Да нет, мы не отхватили, мы просто тактически отступили. Отступили, все правильно. Ты добьешь своего? Нет, он бегает уже, и я не знаю сколько. Да не! Это постоянно он, это у него, дяденька, дай сигарету, да, бегает. Шестенок. Ой, я куда-то, подожди, в склад дверь нашел.
Так, ну нам вообще не туда, да? Да, нам еще, кстати, далеко идти. Ну, пойдем сюда. Что тут есть? Мертвый стражник. Потрясающе. Тут маленькая локация. О, тут торговец есть. Торговец, хорошо. Можно починить. А починец есть? Да. Я тоже был искателем приключений. Мне не понравилось. Так, а что я так все смело продаю? Меня опять казнят. Он тоже был искателем приключений. Но потом ему прострелили колено. Не получится. Да. Так, это все такси. Что-то все вещи какие-то такси в последнее время выпадают. Ну и это печально, по-моему. Да, нормально. Ладно, как-то так. Что-нибудь куда-нибудь бы вставить. В хорошем смысле. Ты опять? Ты опять? Слово. О, штаны надо покрасить. Кеша, ты опять? Нет. Нет. Белые штаны мне больше нравятся. И очередное достижение. Ну как так, ну... It is your destiny. Так, так. Тебе банка краски не надо белой? Нет. За дешево отдам. У меня, кстати, всего 41 зелье осталось из 80. Офигеть. Ну, что-то еще там имеется. Хотя я даже, кстати, начал ими пользоваться. Когда такое было. Так, ладно. Живем. Ну ничего. Сошли, видишь. У меня даже ничего поломанного не было. Подожди. А, я починился, все. Окей. Или он мне не давал починиться. Да короче, нет, как починиться. Не было такой возможности. Скинули все на пол и ушли. Вот висело себе там доспехи, все нормально, нет. Пришли. Да говно там, смотри. Говно. Стало идут на пролом. Просто и лаконично. Не, ну мы подойдем, да хватит ломать-то все. О, там твой дружок. Ох, как он рад меня видеть. Огромный такой, Голгор. Это его имя и фамилия. Огромный, это фамилия? Да, Голгор Огромный Иванович. Так, очередная развилка. Она тут, собственно, тупик. Ох, сколько вас тут прилетело. О-о-о. Вполне себе неплохая такая куча. Куча мала. Меня серьезно ранили. Так, по-моему, они нарываются. Опять вот это вот... Мне не нравится, когда они, блин, кислоту всякую делают. Да. Ну как не нравится? Они враги, по идее, пытаются меня убить. Но они не должны так поступать, по сути. Ну, это, по-моему, низко, это позже. Нет, такого быть не должно. Да хватит меня сжечь своей кислотой. Я его убил. Ну ладно. Да что я такое? Только уж собрался. Что там у тебя аллергия на насморк прошла? Аллергия прошла, да. Появился гайморит. Нормально. Теперь я лечусь. Золотуха. Не говори. Возможно, это не аллергия и была, кстати. А именно гайморит. Я уж боялся. Придется прокалывать больницу. А сейчас вообще такая технология классная появилась. Короче, лазером. Все там выжигают подчистую. Ну это круто. А, у меня такое ощущение, что мы... А, вот есть проход. Все нормально. Нормально. Мы, кстати, что там по карте-то? О, почти пришли. Да? Ух ты, ух ты. Вы где? Тут такой апокалипсис уже полнейший. Это мне почему-то резко так напомнило Call of Duty 4 Modern Warfare 1. И там уровень такой в Припяти, где там за этим, за сыном Закаева гоняешься. Разрушенный дом. Mm-hmm. К чему я это вообще напомнило? Так, на склад пойдем. Сейчас, конечно, этот козел пришел. Ох, а тут склад поболее будет.
Это вообще нифига не склад. Это место собрания кудесников. Ну да, посмотрим. И по ощущениям нам тут бегать еще где-то с полчаса. Если так смотреть, на карту нажимаешь по размерам. Да, то лучше и не нажимать. Ну ничего, может найдем там благословение или что еще. Ты что там сломал опять? Из ненужного кое-что. Тут ветряная мельница. Терзан дикий. Меня тут мочит. Опять Терзан. Третий раз уже. Гад такой. Я ушел оттуда. Че там плохо все? У нас Тираэль что-то машет, машет. Толку вообще ноль. Я ж тебе говорю так. Хочет просто медалей наших. А сам делать нихера не хочет. Вот гад. Блин, а они все кислотные, что ли? Меня раздражает уже это вот. Пятна вот эти кругом. Никуда не наступишь. Да, да. Стоишь и материшься просто. И терпишь. Да. Что еще остается? Терпеть. Ох, разлетелся. Ох, мне какой-то уникальный шипастый кулак дали. Это наша тема. Во. В смысле, чужой кулак? Шипастый. Ну да, просто оторвал чей-то. Ну такой, в принципе, ничего. Как думаешь, мы эти врата откроем или... Мишу, или вообще открыли? Или сегодня? Мне просто показалось, что эти ворота можно открыть рукой. Так и оказалось. Я просто не понимаю своего героя. Он может... То, что может сломать, он не ломает, открывает. Ну, зачем вообще так жить-то? Логика. Брутал. У него своя атмосфера. Так, тут я стойку поломал. Ну, просто, чтобы не стояло красиво все. Мы тут пришли. Не такой уж и большой. Сейчас там спустя 20 серий... Сколько там еще идти? Там конца и края не видно. Да-да-да. Да мне кажется, большой склад, кстати говоря. О! Блин, он так выскочил, что я аж чуть не испугался. Еще б чуть-чуть бы, да? Ну да. Я не пойму, вот это вот то, что они изнутри там загораются, это их сильнее как-то делают? Или понты просто? Просто понты для приезжих. Ага, ну, очередной тупик. Нет, склад небольшой сам по себе. Ну посмотрим. Все-таки это ж склад. Но посмотрим. Кому-то меньше нужно третий эпизод смотреть. Нужно больше третьего эпизода. Третьего эпизода много не бывает, понимаешь? А мне не нравится Дарт Вейдер. Ну, в смысле, это не сам Дарт Вейдер, а в третьей части, в смысле, Энакин. Какой-то он слишком худосочный для Дарта Вейдера, на мой взгляд. Такой уж он есть, зато махались знатно они там под конец. Да. Так, а все что ли? Да, что приходили, я не знаю. Ну как, ладно, все помните. Поломали, что не поломали, то погнули. Какой-нибудь бы дневничок найти там или... Нифига. Мы нашли опыта, целое деление. Да, это важно. В нашей ситуации, в принципе, это не будет лишним. О, нас ждут. Давай. Там своим кунг-фу уже задолбал просто. Я там пока там замахнись, это уже 18 ударов. Нужно еще время. Мы пришли. Пришли к краю бездны. Да брось ты. Тут такой эпичный момент. Горящие цепи непроходимые. Сейчас тут будет горячий момент. Ладно, я спас. Ну все. Элдруин разобьет демоническую печать на этих вратах. И поломать у нас нарезает там. Так, надо было хоть как-то подготовиться к этой битве, по-моему, нет? Мы готовы. Такой, вообще, без тени, сомнений, в ту же секунду. Мы готовы. Что за жирный урод? А что у него с ногами? То есть тебя только его ноги смутили, да? В основном нормально. Штурмовой зверь. Потрясающе. Потом будешь зверь-разведчик там или...
Да, размотаем. Пусти Рейли там. Да. Интересно, если мы будем все время убегать, а Тирайль будет его потихоньку щипать, мы такой игры? А мы нет. Тирайль, да. Так, иди сюда, родной. О, он меня схватил, он меня схватил. Сколько хотел сказать, не такой страшный. А он тут еще и хватает. Вот пес. Но он ничего не сделал особо. Может, из-за того, что я ему бил в таблетку. Есть какая-то плюшка, показатель брони повышен на 27 секунд. Что это мы такое взяли, ты не знаешь? Это боится, я делаю. Меч. Зачем ты это делаешь? Прекрати, пожалуйста. Оп. А че он тебя не схватил? Потому что я худощавый. Не проскользнул. Жилистый спортсмен, наверное. Вот, я посмотрю на заднем плане, там эпикнес просто. Там, да, там ад. Ну, в аду. Четвертый акт, это ж там в аду как раз, по-моему. Не факт. Ну, я не знаю. Тебе виднее. Просто спойлерист. Судя по окружению, мы уже там. Вполне возможно. Нужно время. Need more time. Чей-то райончик. Вы меня так держите, я там машу. Нет, мне кажется, сейчас будут перемены к худшему, потому что если так будет продолжаться, то это самый легкий босс будет пока что. Ну, не самый, конечно, но один из. Ну а кто? Белиал гораздо сложнее его был. Не, ну были у нас подобные. Это как мини-босс, наверное. Это же все, финал третьего акта. Это штурмовой зверь, просто понимаешь. А, это штурмовой зверь, я думаю, это Азмодан. Там, ну. Азмодан. А, ну, понятно, тогда и к Хому мы еще более легко, по-моему. А, нет, Хом нас убивал. Да. Ну, короче, ладно, короче, если это просто так, то нормальный такой мини-босс. А если это финал третьего акта, не то... Несложный, он просто крепкий скотина. Ему настала хана, считай. Гори в гиене огненной. Ой, врёшь или нет? Ну? Было круто. И такой металл именно на заднем плане. Там сейчас опять Азмодан такой. Вы, может, и убили моего зверя, но у меня есть еще один. И вот вы никогда не победите. Он стонет в 200 раз круче этого. Так, ну че, ты там посмотрел свои мега-вещи найденные? Да нет еще. У меня, кстати, офигительная вещь. Теперь у меня вот такое вот редкое мощное двуручное оружие. Пустырная громада. Прикольно. Прикольно. Еще топор есть. Ого, что-то за мясо с него выпадает там своего топора. Ну, нормально, нормально такой топор. И Адрия тут чисто мимо проходила. Ага. Ну, давай поболтаем с ней. У меня важные новости. У Лии было еще одно видение. Она видела гигантские демонические колонны, внутри которых бьются чудовищные сердца. Я понажираю, что это такое. Их называют сердцами греха. Должно быть, Азмодан поднял их из глубин преисподней, чтобы они вливали силу в его нечестивых демонов. Тогда сделаем так, чтобы эти порочные сердца перестали биться. О, я другого подход не ожидал. Так, я пойду к краю, посмотрю там на эту. На эпик. Я бы не сказал красоту, но. Не, почему? Это тоже красиво. Просто своеобразно. Прямо в ад тут. Пускаемся. Офигенно. Ну тогда давай на этом эпичном моменте и закончим серию. Да, я только хотел спросить, что там по времени. Как ты раз. У нас главный. Как раз. Часовой. Ну, да. Это было довольно просто. Гораздо сложнее было драться с теми ордами монстров на предыдущей серии. Да. Да. То есть как-то да. Ну тут хоть и босс, но все равно отхватил по соске.
вообще причем без проблем, никто не умер даже на нем. Да. Ну, да. Как, короче говоря, бруталы, что? Бруталы. Что-то добавить-то, да? Ага. Увидимся в следующей серии. Продолжим. Я уж обрадовался, думал, Азмодана сейчас замотаем и пойдем на четвертый акт. До этого осталось не так уж и далеко, я думаю. Я просто содрогаюсь постоянно от внезапности и непредсказуемости сюжетного хода, который будет следующий. Я уже примерно понял, как этот сюжет развиваться будет. Он такой вот плоский и элементарный. Но вот просто вот это вот тон-тон-тон, там и целый оркестр вот так вот это наигрывает. И такой, оркестр, да. Нифига, титан. Вот это поворот. Еще более гигантский титан, блин. Короче, ладно, увидимся завтра. С вами был Артём, Артур. Всем пока. Пока.